Всем привет, Сайданты. И мы продолжаем играть в карту Skyblock. Погружаемся в мир Silent Hill. Да. Поставил я уже нормальные текстуры Silent Hill. Что-то я там видел какой-то, якобы какой-то никнейм. На этой карте меня преследует какой-то ужас, какой-то никнейм. Причем, смотрите, закрыт мир. Меня преследует что-то или кто-то. Проклятие Скайгрида, ё. И фармит платформа. Да. В этом текстурпаке, кстати, мне очень нравится вода. Блин, вот я и тут не покажу. Увы. Вот она. Вот она, вода такая красивая, он такой почти реалистичная. Мне очень нравится текстурпак, очень. Ай-яй. Ну, блин, снова меня расфигачил крипер. Rotten Fresh. Блин, он меня опять тут расфигачил. Надо за забором бежать. Кстати, я почистил комп от вирусов. Просто почистил комп. Кстати, лагать стало меньше вообще везде, где можно. Это именно Stone Sword, да. Rotten Flash еще один. Так. Сколько, кстати, я не искал. Так. Мод именно связанный с броней. Именно из камня, из дерева. Я не могу его найти никак. Хотя я четко помню то, что я его находил на 1.3.1 версии. Почему я его даже на 3.1.3 версии могу брать хлеб. Сейчас съедим хлебушка. Да. Что тут, снег валяется до сих пор. Портал такой вообще красный, мне нравится. И тут никого нету, никто не заспаунился, никакая падла. Хотя, как помните, вот тут вот заспаунился пигман. Значит, вот в этом районе должны спауниться пигманы. Хотя они везде должны, вот просто вот на этой площадке должны спауниться. Нормально. Не, ну вы только что видели. То, что при прогрузке мира какой-то человек с никнеймом был. Похож на меня, кстати говоря. Хотя, опять же, напоминаю, у меня выключен мир Палана. Тем более,
Матч тоже у меня выключен, у меня все выключено. Кроме Стима и Бандикама, ну еще антивирусника. Арбузы такие реалистичные. Нормально. Это как он. А как я на днях это рентген делал? Ну, не на днях, а... Ну, хотя да. Нет, не на днях. Вообще, когда-то делал все рентген черепушки. Вот такой красивый получился вообще. Такой... Все. Не, мне нравится текстура Silent Hill. И сама игра Silent Hill. Так, Stone X. Зачем мне дерево? Хотя вот березы бы мне высадить побольше. То сейчас срублю, срублю, нафиг. Лес буду березы выращивать. Но я до сих пор не выполнил ачивку Скайгрида. То что. Скайгрида, блин. Скайблока. То, что. Ну вообще я ее не выполнил. То, что у меня кактуса нету. А вы помните то, что у меня кактус. Кто свистнул? Эндермен. Кстати, Эндермен. Если так-то, очень похож на Слендермена. Тоже посудите. Если вот ему текстуру башки сделать белой, ну копия Слендермен. Тоже смотрите. Руки длинные, так? Ноги длинные. Сам он высокий. Все, я разгадал загадку. Эндермена. Это Слендермен, все. Понимаете, люди, это Слендермен, а не Эндермен. То, что если чисто так по приколу поменять ему текстуру, будет... Блин, на твою девять, юх. Я забыл то, что тут грёбаная... То, что грёбаная костыбука в этой версии работает очень... По-левому. Да. Хотя я, по-моему, переиграл в Сандермена, кстати говоря. То, что я уже про Эндера начал говорить такое, блин. Ну, хотя... Хотя там где-то, по-моему, несколько недель назад я смотрел стрим по Слендеру. Потом я где-то около нескольких недель назад сам играл в какого-то из Слендерменов, уже забыл. В какого именно?
Читал читал много историй про него же опять. Ну, чё, блин. А, ну тут же, ну, тут же физика воды нормальная, господи. А лава все еще там. Так, окей. И у меня опять кобблстоуна нету. Хотя можно и сделать. Почему бы изделию не сделать? Сними тыкву-то гребаную. Сейчас сделаем из нее светильник Джека. На факелов нет. Чтобы сделать светильник Джека. А то есть Эндер Перл, который похож на череп тут. Тихо. А, это кот скребется. Так, ну теперь у меня есть те планы на следующую серию. Точнее, вообще на долгое время. Не может с ним. Сделать наконец-то. Бассейн, ну не бассейн, а эту фигню, на которой, ну рыбацкую купить, не знаю, что-нибудь такое. А что, очень хорошо получится, наверное. Наверное. Не, смотрите, так огонь красиво выглядит. Только, правда, вот анимации нет такой. Вот именно идет как бы текстура на текстуру. Это плохо. Это очень-очень плохо. Да. И опять, кстати, вот этот прицел только сейчас заметил. Я подумал, что его нету. Так, значит, это везде. Давай теперь сделаем. Покрасив шут. Тю-тю-тю. Так. Значит, тут. Нормально идет. Камень, камень, камень. Березка, дерево, так. Березку. Но. Надо будет еще так сделать. Вот типа вот так. Гражданец. Кстати, по-моему, сквиды должны будут спауниться в этой фигне. Но не в курсе.